Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 658. События дня. Малахия 2.7. Уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его. 1 октября 2017 года. Александр Марьясов. Мир дому вашему. Вам тогда, Игнатий Тихонович, я думаю, инкриминировали все то, что могло хоть каким-то сказано вами, даже малым образом касаться общего заблуждения на тот период общества. Ведь вы совершенно другой человек, никак не вписывающийся тогда в идеологию коммунистической вакханалии. Строем уже не ходили, песен их не пели, в праздники не участвовали. В нашей книге «За слово Божие нет уст», в вашей книге, четко помечено в начале ее, что книга и связана с вами, но главным героем этой книги есть Слово Божие. Слово Божие живое и действенное. Евреям 4.12. А за благовестие этого слова можно ли найти, да и стоит ли вообще искать снисхождение от любой власти? Конечно, нет. Спаси Христос. Вот этот, я говорю, мне инкриминировали клуб стихотворения. Стоит громада камней и гранита, культуры храм, безбожие каньон. Здесь старый малороссийская элита, глазеющая в прошлое свое. Писал Некрасов, где была молитва, курение амбра восходило здесь. Теперь гудит, как Куликова битва, разврат, гордыня, матерщина, спесь. Клуб атеизма, черный дым, клуб из дыма, да преисподней жуткая дыра. Дрожит экран из савана холстина, убийство душ под смертное ура. Поток из лжи, камнепад хулений, как селевой обвал несется в зал. Припомните, как Вилл, коварный Ленин, об этих душегубках предсказал. Кратчайший путь к людским умам и душам, экран вблизи и теле издали. Смертельной хваткой пепелят и душат. Огонь страстей, безбожье, тартар стужи. Россию к катастрофе привели. 80-й год. Псалом 21.18. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Наталья Чернова. Вы не зрелище, вы наш маяк. Рустам Гусейнов. Священник сказал, что у нас в храме решается вопрос о создании общины или взрослой школы. Хотелось бы верить этим словам, но верится с трудом, так как, я думаю, если бы хотели, уже бы давно создали. Игнатий Тихонович, хотел посоветоваться с вами по поводу молитвы. Я молюсь молитвой «Отче наш», потом своими словами. Я знаю, что вы по-другому в своем видеоролике учили, но я не буду скрывать. Когда я молюсь по начитанному утреннее или вечернее правило, у меня нет никакого ощущения чистосердечной молитвы, а только чтение. Можно ли мне молиться только евангельской молитвой «Отче наш» и потом своими словами, внутренней молитвой? Или это неправильно? Отвечаю, можно. Но утреннюю вечернюю молитву по молитвослову постарайтесь понять и полюбить. Своими словами сильно-то не разбежишься. А молитвы, как и песни, заранее составленные, притом святыми мужами от Духа Святого, они уже готовые проповеди есть иногда. Не все молитвы, но хотя бы по одной Иисусу Христу, Богородице Преснодеве Марии, Ангелу-Хранителю. Галина Влеська. Огонь страстей, безбожья тартар стужи Россию к катастрофе привели. И ты, Лапкин. Вот и ответ на извечный вопрос непрекаянных душ. Кому на Руси жить хорошо? Премудрость простая, вера, надежда, любовь. Благодарю за труды на ниве Господней. Аминь. Юрий Соболев. Спаси Христос, с воскресным днем. Сегодня на литургии видел чудо, в кавычках. Новый молодой диакон правильно совершал крестное знамение. Ровно, четко, от плеча к плечу, а не как обычно бывает. Впервые наблюдаю священнослужителя живьем такое, ведь всякий раз ровно совершал крестное знамение. В общем, литургия сегодня была необычной.
Сергей Игнатов. Это Татьяна Кузьминична Капустина звонит. Если я случайно сплю, так поднять. Недавно посмотрел видеоролик беседы Игнатия Тихоновича с тремя священниками Василия Потеряевка. Есть чему поучиться, как вести беседу энергично, без паузы, чтобы у тебя не перехватили инициативу. И с глубоким знанием святых писаний, чтобы не перебивали, не выслушав ответ. Я горжусь своим наставником о Христе и Эл, хотя, как бы ни хотелось, никогда не стану таким, как он. И вот одна еще пишет. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович, и всем, кто с вами. От всей души поздравляю вас и вашу общину с прошедшим престольным праздником, а батюшку отца Якима с днем рождения. Благодать и мир Христов у вас да умножится. Благодарю Господа моего за то, что дал мне такой светильник, в свете которого видны дела всех и каждого в отдельности. Благодарю Господа моего за то, что пью из чистого источника. Светильник и источник – это, конечно, Святое Евангелие. Но также этим светильником и источником являетесь и вы, дорогой Игнатий Тихонович. Очень хочется поблагодарить и вас за ваш труд и усердие, молитва, наставление, за воспитание детей, за восстановление православной деревни и прудов, за чтение и рассказы различных историй. Мне также понравились все стихи о стариках и электрическом токе. Я рассказ о судовом коке Харрисоне буду пересказывать другим. У вас в одном ролике как-то речь шла об одежде для мужчин в одном монастыре, что там пришедшим в шортах мужчинам давали надевать юбки. К своему большому сожалению, такое я видела и в московском Покровском монастыре, где покоятся мощи блаженной Матроны. Дело было летом, и когда я первый раз увидела мужчину в юбке, то сначала ничего не поняла, а подумала, что это иностранец. А когда увидела еще двоих, то только тогда догадалась, что это наши мужики, что сразу огорчило, вызвало непонимание, какое-то смутное чувство, как будто не их, а меня унизили, как говорят, за отчизну обидно. Ну, это так, чисто по мирскому рассуждению. Но и зато видно, как вы, Игнатий Тихонович, говорите, что вся беда от незнания Евангелия. Но, как еще говорится, незнание закона не избавляет от ответственности. Стараюсь считать Новый Завет и даже заучила 8 мест дословно с указанием глав и стихов. Но все это требует практического применения, чтобы была польза себе и другим, и понятно, что этим нужно жить, а не играть. И поэтому стараюсь во всем видеть промысел Божий и познавать волю Божию и Его. Но это трудно, так как мешает рассеянность и лень. И не имея ни истинного страха Божия. Рассказывала одна женщина случай, который с ней произошел в начале ее духовного пути. Ну и далее, посчитайте. Положили в больницу. Я здесь показываю, да куда вы тормозните. Просчитайте и дальше. Это письмо одно пишет Екатерина. И опять тормозните, и опять просчитайте. Голоса нету, мне очень трудно считать. Екатерина Голубева. Вот письмо так письмо, я понимаю. Ну и что еще? Вчера это воскресенье было. Ну за воскресенье-то что у нас? Утром молитва. Выходим на улицу собрания. Главное, какие нужды. Я просил помочь. Мне по прудам, ну, на понедельник почти никого и нету. На вторник, может быть, придут, там аж курить надо остаток и помочь забить сваи. А потом занятия были. Занятия по Слову Божию, это все записано было. И потом мы отдельно остались, Рафима Гавриловна Плотника меня задержала и побеседовали долго. Очень она радостная была, как будто между нами что-то было, а теперь восстановилось. Я говорю, ничего и не было. Вот теперь показать наши ресурсы, мой мир. Тут можно и на почту зайти. Ну, очень удобный ресурс. Очень большой у нас. 18 758 фотографий, видео 7156 наши. Вот так. И далее у нас есть форум, большой форум. Очень большой православный форум. 2794 день, 1600 тем. Вот. И канал.
видеоканал, вот он как, видеоканал. 7884 подписчика и 7 748 120 просмотров. Вот сегодня поставил 5 роликов. Каждый день по 5 ставлю. Вот. И вот на двух роликах видно только Игнатова Сергея. Вот он вопросов много задавал. Я вчера Никиту и спрашивал, почему другие это столько не задавали. Любознательно интересуется, желает спасти душу. И вот сколько я уже дней ставлю, и еще добрый десяток дней будут эти ролики идти. Ну и наш, это во свете Библии, православный библейский сайт, большой очень, проповеди к истинному православию, до Слова Божия нет уз, Новый Завет с толкованием, все книги, аудио 50 книг, и вопросы-ответы самые ценные. 4124. Вот, можно даже показать. Хотя бы один вопрос. Сейчас я девятую папку открываю. Девятая о войне. Вопрос 2128. Восьмой том «Открытым оком». Как же говорите, что при нападении врагов не нужно христианам брать все за оружие? Жития святых переполнено описанием, какими были храбрыми христиане в войсках языческих императоров. Это вопросы мне задавали, когда я за кафедрой был в университетах. И я отвечаю, неизменным остается только слово Бога живого. А эти поступки не по Писанию. Все это ничто иное, как чужие грехи, как говорил Златоустый. Нам это без надобности пересматривать. Лука 18:7. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Римлянам 12:19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение, я вас дам, говорит Господь». Есть немало примеров, когда Бог сам спасал от вооруженных врагов своей силой, ибо Он может сделать это и сегодня, как Ему угодно. Я новый, 2 июня. А один иудей, дом которого был близ того места, где лежало многострадальное тело, думал, что это священники христианские пришли поднять его и предать обычному погребению. Он взял лук и стрелу, приблизился туда и, желая застрелить одного из видимых и тех мнимых священников, положил стрелу, затем с усилием, насколько мог, натянул лук. Когда же он хотел пустить стрелу, то стрела с тетивою прильнула к пальцам его правой руки, а лук к левой руке. И он не мог ни пустить стрелы, ни освободить рук от лука и стрелы. И так страдал этот еврей и змеиное исчадие всю ночь. Это вот пишет Дмитрий Ростовских. Это что, судит он или не судит? И змеиное исчадие. А то, что бы ни сказал, это судит, это судит. Зима в преддверии лютые морозы, поземка вьюга запуржит буран. Неподготовленный маячит призрак грозный, смерть непременная нагрянет, как тиран. Пока не кончилось тепло, торопит жатву, наполнит закрома сухой пшеницей и обеспечит пчел всю живность и лошадок, в тепле собачки легче ощениться. И только уж совсем пропитый малый не озаботится о пище и жилье. Последний месяц и зима настала, пришла в отстиранном зализанном белье. Седмица Даниила отмахнула, последняя всем ясно на подходе. То там, то здесь война с подземным гулом, смятение, неуверенность в народе. И самый сильный побежит раздетый, семь жен ухватятся за драные штаны. И варятся в горшках свои же дети, страданием сосуды все полны. Отнимется Писание насильно, от моря и до моря ринутся скитальцы, ища послушать, возопят умильно. К антихристу на удочку, как многие попались. Что заготовишь, знаешь наизусть, накопленный багаж библейских строчек. Горит в душе неопалимый куст, неугасающий светильник жуткой ночи. Еще есть время, может, бабье лето, обдуманно веди с собой войну. Заранее заботься стать атлетом, труду дай предпочтение, а не сну. Запас к зиме уже сейчас готовят, заполнить щель не выдавит тепло. Заучивая Писание слово в слово, пурга событий бьет в туманное стекло. Ну, вот такое стихотворение. Надумай сегодня на все. Конец.